Поехали. Да, команда располагается в зоне вылета обе, да, и, к сожалению, каких-то турнирных задач больших нет ни у одних, ни у других. Так, смотрим, удар последовал, и блестящий сейв здесь Матысюка. О, здесь очень интересный момент, мяч остается, нет, Война отправляет опять в гущу футболистов, Александров тяжело зацепиться, но вот на подборе, о, какой удар, и какой гол, ну ничего себе, вот это мяч, вот это, да, если я правильно понял, Казмирчук, ну ничего себе, на 45-й минуте Ю-17 выходит вперед, вот это да, сложно сказать, какой это вообще удар в створ за первый тайм, потому что как такого сейва Козловского сложно вспомнить, но это фантастика. Вот это гол. Смотрим на повторе. Который может образоваться у Ю-17. Живушка здесь хорошо дает у Губаревича. Губаревич нужно пробивать сразу. Немножко сильная передача пошла, и Губаревич, точнее так, уже хватало моментов на самом-то деле, и кажется, хозяева наиграли на гол, еще один сейв. В игру, но так немножко затылок. Ой, какой момент! Ой-ой-ой-ой-ой! Война. Он будет из-за боковой водить мяч. Еще одна подача на дальний. Вайнер, и здесь удар! Ух, вот это было неплохо. Вот здесь хорошая серия. Пятая. Гусев пробивает! Перекладина! И сейчас...